Всем привет, с вами Настя Рупель, я снимаю свое новое видео. В парке я нашла буквально цветы Эдельвейс. Вот они прям живем здесь растут. Вот еще тоже есть с другой стороны, чтобы было поближе. Теперь становится понятно, почему уже зимой, где-то с ноября, поставили вот такие вот сетки, огородили все. Тут все видите в камнях. Эдельвейс — это вообще горный цветок, растет только в горах, но, как видите, уже и в парке гисы не тоже. Это обычно в сказках встречается каких-то немецких цветок этот. Вот здесь описано высокогорное травянистое растение семейства сложноцветных. Цветок которого похож на белую звезду. Все сходится. Вот тоже 6 листочков. Вот. Красота. Вот еще здесь сказано, растет на большой высоте в горах в субальпийской и альпийской зонах. Иногда он встречается гораздо ниже, где, однако, теряет белое войлочное опушение, поэтому менее декоративен. Так, ну все, дальше биологическое описание и так далее. Вот самое интересное, то, что он растет здесь, и это, как я уже сказала, он обычно только в горах. Вот, Эдельвейс выглядит как звездочка. Вот тоже есть вот такие большие вот клумбочки, огороженные, чтобы дети и вообще никто не смог сесть. Вот этот Эдельвейс. Видите, много и тут, и там. И фиолетовые вот какие-то цветочки растут. Вот это Эдельвейс. Эдель — это вообще-то обозначает благородный. А вейс, на немецкий лад вайс вообще-то, это белый. Получается белый благородный цветочек. Интересно, фиолетовый — это тоже Эдельвейс? Листочки зеленые, другие совершенно. Вот. Они другие. Что-то подумала, может, какая-то разновидность. Вот то Эдельвейс действительно, а вот. Это вообще никак не Эдельвейс. Просто какие-то другие цветы посадили. А, все, я уже тут. А, все, нормально. Вот курточка я просто зацепилась. Все мое богатство. Я нашла вот такое классное дерево. Смотрите. Скоро лето, и уже весна вот заканчивается, все цветет, все буяет. Такие классные розочки. Смотрите, какая красота! Солнышко так светит, вообще шикарно. Просто не могу налюбоваться. Видите, это прям как розочки. Такие пышные, их очень много на одной веточке. Вот.
И веточек тоже очень много. Вот так вот. Вот еще с этой стороны покажу вам. Вот. Вот еще один кустик. Уже цветут деревья. Такие шикарные цветочки. Вот похоже на цветочки, которые мы уже видели с вами. Такие высокие. Я сначала подумала, что это на одном дереве, видите, сразу вот. И такие розовенькие цветут цветочки и беленькие. Но оказывается, если хорошо присмотреться, вот с другой стороны, вот. Значит, розовая веточка идет вот с вот этого дерева. А белая, она идет туда-туда-туда-туда дальше. И с другого дерева вон там вот. Так что... Но все равно красиво очень получается, как будто они вместе растут. Точнее, из одного дерева. Как будто. Вот. Вот. Такая красавица. Точнее, два красавца дерева. Посмотри, то вот полянка вся в белых цветочках, ромашки, то что. Вот, смотрите. Конечно, моя тень видна, но да ладно. Вот еще такие вот цветочки красивые, фиолетовые с желтым. Вот. Видите, как много их. Все цветет. Очень красиво, все буяет. Вот, мужчина какой-то, видите, ходит. А, блин, его кто-то... Вот. Мужчина ходит, чистит дорогу. Просто такой аппарат, который дует, вот, видите. Косили траву, и теперь вот он все чистит. Надеюсь, вы смогли рассмотреть. Вот так вот. Так, мы сейчас находимся в парке. Здесь шикарные нарциссы растут. Вот. Смотрите, какие красивые. Их так много, главное. Целое поле, видите, он идет туда, идет, вон не скончается. Класс. Немножко кадр дрожит. Ну да ладно, надеюсь, он будет хорошо видно. Такие красивые нарциссы, шикарные, растут. Еще вон там крапива фиолетовенькая. Так. Вот, не знаю, видно, нет. Вот фиолетовая крапива, тоже очень красиво. И вот еще вот такие белые цветочки. Вот такое вот море красоты. Розовые и белые цвета, и уже так красиво. Ребят, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до скорых встреч. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока.